Тег-композитинг, я могу указать, надо мне видеть какой-то объект или нет, при рендере. Примером, у меня есть группа объектов, выделяю их правой кнопкой мыши, теги Cinema 4D, композитинг. Мы, к примеру, Платонова тела нажимаю на значок композитинга, и вот видимый для камеры. Снимаю галочку, рендер. В рендере я его не вижу. Также пирамида. Снимаю галку, видимый для камеры. Рендер. В рендере я его не вижу. Ставлю видимый для камеры. Видимый для камеры. Рендер. Все объекты видны в рендере.